Сотрудники автоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дорогах края. В ГИБДД отмечают, что именно в начале учебного года растет количество ДТП со школьниками. Они слишком беспечны после каникул. Только за прошлый год в край под колеса автомобилей попали более 50 школьников. Особой опасности подвергаются первоклассники, которые привыкли, что раньше их везде сопровождали родители. Теперь переходить дорогу приходится самостоятельно. Водители управляют транспортным средством. Будьте всегда готовы. Снижайте скорость при проезде учебных организаций, при проезде остановок общественного транспорта. Будьте всегда готовы к неожиданному появлению детей на дороге. Помните, что поведение их непредсказуемое. Кстати, в начале сентября сотрудники ГИБДД по Барнаулу проведут встречи в школах и детских садах, чтобы напомнить о правилах дорожного движения.